Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Александр Логинов. В серии коротких роликов «Веб-глоссарий» поговорим сегодня об одном из часто используемых в интернете терминов. Что означает слово «имхо»? «Имхо» – это акроним или аббревиатура, составленная из начальных букв английского выражения «in my humble opinion». По моему скромному мнению. Это словечко часто встречается при общении в чатах, на форумах, во время интернет-конференций. Оно позволяет сократить время набора на клавиатуре таких выражений, как «я думаю», «мне кажется», «на мой взгляд» и так далее. Существуют и шутливые расшифровки, к примеру, такое «имею мнение, хрена споришь». Благодарю за внимание. Если вам понравился этот ролик, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. До новых встреч!